Личный взгляд. Название экспозиции говорит само за себя. Художник Александр Талызин через картины рассказывает зрителям запутанную, немного сюрреалистическую историю своего восприятия реальности. Источник вдохновения автора – это его сновидения и фантазии. Я так вижу. Это чисто мой личный взгляд на жизнь вообще. На все, на предметы. Работы я свои либо во сне вижу, вот, либо придумываю. 20 произведений гармонично разместились в зале Развилковской библиотеки. Идея организовать выставку принадлежит старшей дочери художника Дарье Звездкиной. Сколько вот я себя помню, папа все время рисовал. Работы у него всегда были такие необычные, мне это очень нравилось. Даже когда я сама училась в педагогическом колледже, у нас были тоже уроки рисования. И я что-то даже брала из папиной техники и тоже рисовала дома. И когда Даша побывала на презентации, посмотрела, и у нее возникла такая идея, она обратилась ко мне с просьбой выставить работы ее папы. Вот, потому что папа художник, действительно работы интересные, и давно не выставлялся. Вот, ну, конечно, мы пошли навстречу. Тем более, что у Александра Сергеевича Талызина здесь живут родственники, друзья. Пробует себя в живописи и внук Александра Талызина, 6-летний Никита. Корабль – это солнце, ну, закат – это кусок замка. Это море. Ну, как все. До конца августа. Вот это еще закат. Называется так, картина «Морской пейзаж». Когда приезжаем, конечно, да, они там рисуют, там на мольберте, краски. Никите очень нравится. Он с удовольствием едет и говорит, давай рисовать будем. Меня заставляет рисовать, но из меня, конечно, не получился художник. Посетители выставки детально рассматривали картины и с удовольствием общались с автором. Александр рассказал об истории создания многих произведений. Работа написана очень легко. Кажется, первое впечатление – легкости работы. На самом деле за этим стоит колоссальный труд, потому что прописать каждую детальку, создать композицию – это очень сложно. Выставка Александра Талызина будет открыта в Развилковской библиотеке до конца августа. Познакомиться с экспозицией можно в часы работы учреждения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.